Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала «Планета Дзюдо». Я Роман Карасев, и сейчас я нахожусь в Швеции. И я иду в клуб дзюдо «Сёдерталь». Клуб носит название в соответствии с тем городом, в котором он находится. Это город Сёдерталь, который находится буквально там в 20 километрах от Стокгольма. Ну, это практически такие спутники города. Вот. Я сейчас иду в этот клуб посмотреть детскую тренировку. Потом меня попросил руководитель клуба Владо Параджик провести занятия со взрослыми учениками. И, в общем, вы посмотрите на этот клуб. Ну, во-первых, этому клубу 60 лет в этом году. Клуб основан в 1962 году. И сегодня это один из старейших клубов дзюдо в Швеции. Вот. Итак, давайте мы пойдем в этот клуб. Вот он находится в таком здании. И мы сейчас зайдем и посмотрим. Вот вы видите объявление. Сёдерталь Джудо Клаб, 1962 год. Здесь снимают обувь. И потом поднимаются по лестнице наверх. Сейчас мы то же самое сделаем. Вот мы поднимаемся. Сейчас зайдем туда в зал. Ну вот, я переоделся в кимоно. И сейчас будет начинаться детская группа, детская тренировка. Мы посмотрим, как она проходит. За моей спиной дети. Есть, которые уже занимаются не первый год, а есть, которые новички. И, кстати, здесь дети есть, как говорящие на шведском языке, так и я услышал русскую речь. Ну, давайте посмотрим. Потом, если получится, подойдем, узнаем, откуда дети, которые говорят по-русски. Вот такой зал. Это учитель дзюдо, помогает завязать пояс на кимоно. Очень уютный зал. И сейчас начинается тренировка. Ну, в принципе, как вы видите, в большинстве клубов дзюдо по всему миру начальная часть – это разминка, и проходит она обычно во многих случаях одинаково. Беговые упражнения различной направленности. Вот, вперед, назад, боковые передвижения. Вот такой
Что-то новое какое-то упражнение сейчас будет. Посмотрим. Еще одно новое упражнение, достаточно интересное. Ну, как вы видите, дети по-разному реагируют на упражнения. Кто-то выполняет полностью на 100%, кто-то выполняет 50%, кто-то 30%, ну, а кто-то 10%.
Постоянно сидит, да. Итак, Алисия. Суп. Алисия, я там покажу, да? Там, да. Просто прикроем, да? Многие упражнения используются в разных клубах дзюдо по всему миру. Многие упражнения одинаковые, похожие. Ну, какие-то есть свои дополнения к каждому упражнению, но в принципе многое совпадает. Многие, кто смотрит сейчас это видео из разных клубов дзюдо, увидят, что да-да, мы делаем точно такие же упражнения. Но это и нормально, потому что, в принципе, сейчас информационное наполнение большое, можно смотреть видео, смотреть какие-то новые упражнения. Но вот, в принципе, то, что вы смотрите сейчас это видео, показывает, что вы можете тоже увидеть какие-то новые для себя упражнения или что-то уже увидеть то, что вы сами делаете. Сейчас дети отдыхают немножко, и потом начнется основная часть занятий. Och så när man ger sig så klappar man, okej? Så. Redo? Och så pratar vi lite. Janne, får du prata klart? Tack så mycket. Genom det här. Där. Och så dra. Och så tittar vi. Vad heter det? Fibinalie. Сейчас идет уже центральная часть тренировки. Учитель показывает выполнение технического действия. И потом ребята, ученики пойдут пробовать выполнить это упражнение. Alicia, börja knuffa mig. Titta nu. En. Två. Innan hon sätter ner foten. Och så håller jag kvar. Vad heter den här? Lilla. Nej. Ашибака. Bra. Нет, сейчас немножко не так я сказал. Сейчас учитель показывает упражнение, технические действия, и просит детей назвать, как называется это упражнение, для того, чтобы они вспомнили и потом повторяли. Alicia,
4-4, Jan Stuga, if we are at home. Jag är här och visar nu. Gå och kom utan du vill. Kom inte där jag stör. Så. Ja, vi kör in här. Vi hjälper till. Kör in. Vi kör en. Två. Och så fetar ni där. Ja. Сейчас ученики продемонстрируют, как они выполняют это техническое действие. Precis, det kan vara 2 steg, det kan vara 3 steg, det kan vara 5 steg. När läget är som bäst gör man det. Frågor? Var det svårt? Lite. Nej. Alice? Сейчас будет, видимо, показана новая техника. Греппа. Да, греппа. Греппа. Här, hit. Vad heter den? Kirina. Nej. Morgon ser nage. Nej, förra var det bjärspare. Nej, men det går om. Jag vet. Turin. Jag vet. Bra. Leon. Да, учитель спрашивает, как называется этот прием. И ребята пытаются вспомнить название этого приема. Frågor? Över armen, Islam. Över armen. Ta tag i bälten. Har man inget bälte ska man hålla så här också på dem. Bra. Öva 1002 stycken. Yeah.
завершающую часть тренировки. Сейчас будет новое упражнение, скорее всего, связанное с бегом и различными комбинированиями. Заканчивается занятие. Ученики построились. Итак, закончилось детское занятие в клубе дзюдо Södertal. Это клуб очень, как я уже говорил, старинный, создан в 1962 году, 60 лет клубу. И только что состоялось детское занятие. Не знаю, понравилось вам или нет, но в любом случае дзюдо в Швеции есть. Дзюдо в Швеции занимаются. И мы видели, дети разные. Есть маленькие, есть чуть побольше. Кто-то более внимательно относится к занятиям, кто-то еще не совсем внимательный. Так что дзюдо для всех.